Мы продолжаем знакомить вас с историями детей, которые нуждаются в помощи. Сегодня история девочки Мирославы, которая борется с врожденной двусторонней косолапостью. Даже ничего, вылечимся. Танцевать еще будем, да? О том, что девочка родится с патологией, мама Лидия узнала еще на плановом УЗИ. Врачи отговаривали рожать, но долгожданного ребенка женщина все-таки сохранила. Сейчас Мирославе уже 2 месяца. Девочка растет и развивается. Она с каждым днем все больше умеет. И улыбаемся, и уже различаем маму. Маму надо рядом. Диагноз Мирославы – врожденная двусторонняя косолапость. Впереди девочку ждет гипсование ног и операция. Сейчас все еще можно исправить. Лечить маленькую пациентку готовы в Тюмени, в клинике восстановительной ортопедии. Здесь семье предложили щадящую, но эффективную методику. Стоимость лечения составит 151 900 рублей. Ну, значит, лечение позволит нам вывести стопы пациентки в правильную форму, и за счет чего ребенок сможет развиваться правильно, и, соответственно, опора будет на стопу правильно, то есть будет ходить, как все нормальные дети. Если этого не сделать, то стопа очень значительно деформируется, особенно на том этапе, когда ребенок начинает на ноги наступать, и процесс будет практически необратимым уже. Помочь Мирославе стать здоровой могут и зрители «Вести регион Тюмень». Необходимо собрать 49 тысяч рублей. Для этого нужно лишь отправить СМС со словом «Дети» на короткий номер 5542 или перевести средства через мобильное приложение. О других способах помощи можно узнать на сайте Русфонда. Наталья Малышенко, Сергей Харитонов, «Вести регион Тюмень».